Балет «Собор Парижской Богоматери» представили на сцене Мариинского театра артисты Астана-Опера. Постановка идет при полном аншлаге. Продолжит Дана Нуржан. В этом году Астана-Опера привезла на суд петербургской публики балет «Собор Парижской Богоматери». Это одна из лучших работ хореографа Ролана Пети и композитора Мариса Жарра. Балет был создан для труппы Парижской оперы, а в конце 70-х хореограф перенес спектакль на сцену Кировского театра, так тогда назывался Мариинский. И вот спустя 40 лет, благодаря казахстанским артистам, жители Петербурга вновь увидели легендарный балет, но уже на новой сцене театра. Критики называют этот балет одним из самых сложных спектаклей 20 века. Его оригинальная хореография и сегодня выглядит актуальной и провокационной. Мы работали с Луиджи Бонини. Он по максимуму нам старался передать о каждой роли. Мы очень много говорили, очень много он нам показывал. Для меня этот балет больше эмоциональный, нежели физические сложности. Петербуржцы с нетерпением ждали гастроли казахстанского театра. Ведь Астана-Опера зарекомендовала себя во время гастролей 2 года назад. Тогда оперы «Бержан-Сара» и «Аттила» шли с полным аншлагом на основной сцене Мариинки. Потрясающие солисты, талантливые люди. Причем хореографии архисложные, но кардебалет такой многочисленный, он занимает огромное пространство сцены. И главное в этом сложном ритме, в полифоническом рисунке, они просто движутся как единый организм. Я поражена просто мастерством, уровнем исполнения. И поэтому встреча это необычайно приятно. В полном восхищении. Я сравнивала с постановкой «Ла Скала». Ну, у вас изумительная эсмеральда, легкая, красивая, вообще кисти рук – это что-то невероятное. Спасибо, что приехала Астана-Опера, потому что у меня прекрасное впечатление еще от «Аттилы» 2 года назад. Приезжайте чаще. Астана-Опера гастролирует в городе на Неве под эгидой программы «Экспо-2017». В рамках культурной программы выставки в качестве ответного жеста Мариинский театр привезет в Астану оперу «Верди» Симон Боканегра и балет Мендельсона «Сон в летнюю ночь». Дана Нуржан, Тимур Алтынбаев, Россия. Итоги дня.